От погоды бросает в дрожь и дорожных рабочих. Им нужно успеть закончить ремонт до настоящего первого снега, то есть до середины октября. Все идет по плану. Сегодня проверили ревизоры. На основных дорожных стройках работа кипит круглые сутки, а кто-то снова прикидывается невидимкой. Кто же это? Увидела Анжела Брик. У вас за неделю изменения-то минимальные произошли. Они просто невидимые. Ну как невидимые? Показать то, чего нет. Мастерство не то волшебства, не то обмана. Отвечающий за Степана Разина подрядчик за 2 года освоил в совершенстве. Работы здесь действительно движутся сказочно медленно. Этот участок по-прежнему самый проблемный объект в городе. Сейчас строители уверяют, к 1 октября они закончат проезжую часть, тротуары, газоны и даже велодорожки. Чиновникам верится с трудом, но дальше тянуть некуда. Я думаю, что за неделю бордюр выставим и будем уже ждать погоду, заасфальтироваться. Я буду стараться все равно сделать, чтобы нам 1 октября здесь с основной дорогой в асфальте уйти. В любом случае у нас вариантов нет. 1 октября, похоже, станет красным днем в календаре для всех автомобилистов. Тогда все дорожные ремонты в городе должны быть завершены. А до конца сентября власти просят водителей потерпеть, ведь асфальт одновременно перекладывают на более чем 40 участках. Тормозит работу пасмурная погода. В дождь менять полотно категорически запрещено. Чтобы уложиться в срок, дорожники уже призывают на помощь высшие силы. Но мы планируем асфальт на выходные дни. На эти выходные да, дни? Да, как погода, как понятно, Бог нам разрешит. На улице Шевченко строители не скрывают. До октября точно не успеют. Опаздывают со сдачей объекта из-за ремонта водопровода, который проходит под дорогой. Чтобы ускорить работы, придется перекрыть движение транспорта на выходные. Единственный вопрос, который приходится решать сейчас в оперативном порядке, это закрытие троллейбусного движения по улице Шевченко на выходные дни, на 2 дня. Видимо, придется все-таки нам извиниться перед жителями и на субботу-воскресенье закрыть движение по улице Шевченко троллейбуса. Но даже несмотря на то, что сроки поджимают, поблажек рабочим не будет. На качестве гонка в конце сезона отразиться не должна. Проверка уже нашла несколько объектов, нуждающихся в переделке. Устранять брак начнут уже на этой неделе. Анжела Брик, Андрей Снопиков, новости 41-го канала.